Всем привет, дорогие, любимые, самые лучшие мои подписчики и гости канала. Добро пожаловать на канал Ольга с Ким Мукбанг. Мохнатый артист вас тоже приветствует. Кушаем мы сегодня, посмотрите, вот такую красоту. Выглядит вот так шикарно это. Здесь у меня блинчики, приготовленные из рисовой каши. Кому интересно, можете пройти по ссылке в описании и посмотреть рецепт приготовления этих блинов. Здесь у нас, значит, рисовые блины с форелью и грушей. Должно быть очень вкусно. Давайте попробуем. Вот как это выглядит, посмотрите. Рыба довольно соленая, но в сочетании с грушей что-то я не поняла. Сейчас еще раз. Очень необычно и вкусно. Мне нравится. Надо еще грушу. Груша со вкусом облепихи. Это очень вкусно. Вот это прям рекомендую. Вы меня спрашивали, какой я пью чай? Я пью зеленый чай с жасмином, пакетированный. Облепиха очень ярко передала свой вкус груши. И это чувствуется даже среди рыбки, блина и зеленушки. Вкусно. Посмотрите, как это выглядит. Очень вкусно. Что-то здесь течет. Груша, что ли? Облепиха прям очень ярко передала свой вкус груши. Очень вкусно, мне очень нравится.
В прикуску с облепихой очень вкусно. Надо было, мне кажется, облепиху внутрь положить. Такую приятную кислинку она добавляет. Специфическую. Грушу вот так заверну тоже. Это объедение. Очень вкусно.
Ну что ж, друзья, спасибо, что кушали сегодня со мной. Ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о моих новых видео. Всех очень сильно люблю, ценю и уважаю. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся завтра. Тимоша вам тоже говорит пока-пока.